черти! Не стрелять! Не стрелять! Что, бойцы, нервы сдали? Сказано взять живыми! Не стрелять! Он мой! Понял вас, товарищ генерал. Браток, горючки не найдет, боюсь, не дотянет. Найдется. Пока не вижу ориентир. Сигнал будет с минуты на минуту. Давай подождем. Хорошо, захожу на второй круг. Цель видна. Открыть бомболюки. Красные партизаны несут вам смерть. Ваши дома, ваши семьи, все будет уничтожено. Любая помощь, оказываемая партизанам, будет расценена как угроза безопасности Великому Рейху со всеми вытекающими последствиями. Рад вас видеть, господин Эркерт. Мы в этой глуши уже отвыкли от официальных приветствий. А вы привыкайте. Это звучит так, как будто вы гордитесь этим. Да ну что вы. Говорят же, если ты в Риме, веди себя как римлянин. У меня к вам личное сообщение от фельдмаршала фон Кюхлера. Оставьте нас одних. Так точно. Генеральный фельдмаршал Георг фон Кюхлер
передает вам свою благодарность. Ваш агент сработал филигранно. В результате ночной бомбардировки уничтожен дивизион «Катюш» и еще много новой русской техники. Но это даже не половина успеха. Если агент сделает все, как мы договорились, то все пути к Ленинграду для советских войск будут отрезаны. А ваш агент действительно имеет такое значение в русском штабе? Более чем. Самый настоящий генерал. Если хотите, можете ознакомиться с его досье. Оно у меня на столе. Чуть позже. Детали, конечно, очень интересны, но результат. Вот что имеет значение. На Волховском фронте будет все так, как решит наш агент. Не сомневайтесь. В ближайшее время мы рассчитываем с его помощью нанести русским такой удар, от которого они уже не оправятся. А пока будьте нашим почетным гостем. Не хотите отобедать с дороги? Местная кухня вполне сносная. Рекомендую попробовать бигос. Не мюнхенская капуста, конечно, но очень недурно, на мой вкус. А вы как считаете, майор? Абсолютно согласен, господин генерал. Сильно разочаровали, господин Сушков. Абсент. Заберите. Разрешите, Алексей Емельянович? Заходи, заходи. Черт живучий. Я уже думал, что больше не свидимся. Так приказа помирать-то вроде не было. Не было, не было. Садись, Жор. Эх, скажи, ты видел, как началась эта мясорубка? Я только первый взрыв видел. Он был достаточно мощный. Издалека его было видать. Считаешь, была наводка? Алексей Емельянович. Если вас интересует мое мнение, я думаю, что информация о диверсионной группе была наживкой, а главной целью была бомбежка. Мало того, они знали, что бомбить, где и когда. Так вот, откуда они знали? Хороший вопрос. О том, что секретный полк «Катюш» прибыл на Волховский, знало только командование фронта? И если ты прав, значит, в штабе фронта окопался крот? Его взяли? Я не уверена, но... Да взяли или нет? Сама я не видела. Думаю, что да. В город он не вернулся. Ты можешь узнать, что с Сушковым? Этого недостаточно, если это липа. Ты же вхожа в замок, так? Сушков сказал, что все доказательства здесь. Он был приближенным самого Бергера. А я просто брею начальника охраны каждый четверг. Я больше ничего не могу. Ничего, ничего, Вася. Товарищ чекист не в тебе сомневается. Этого уже достаточно. Большего пока не надо. Свободно. Петька! Ау! Проводи. Если Сушкова арестовали, здесь оставаться больше нельзя. Слишком опасно. Нам нужно проявить пленку
и отдать материалы в центр. Да о фронте есть кому позаботиться. Помни там меня. А вот за этих людей я отвечаю. Только я и больше некому. Да. Значит так. Берешь двух бойцов, идете в лес, ищите новое место для лагеря. Ясно? А я позабочусь о пленке. Есть. Выполняй. Забегай! Акулич! За мной! Выходи на связь с центром. Срочно. Где Ольшевский? Да вот, товарищ командович. Ну что, адъютант, лежаться решил? Ну что же, тоже дело. Как ты? Держусь, товарищ командующий. Данные по разведке здесь. Простите, что я. Перестань, перестань. Заштопают, будешь как новенький. Мы с тобой еще таких дел натворим. Жене, прошу, передайте. Вот что, адъютант, слушай мою команду. Приказываю выздороветь и вернуться в строй. Срок неделя. Как понял? Так точно. Вот. Молодец. Ну, письмо пусть у меня побудет. Ну так, для сохранности. Сам его передашь ей, так что. Ты. Коля. Коля, ты чего? Коля. Сестра! Сестра! Сделайте что-нибудь. Ну, что? Что вы на меня смотрите? Быстро врача зовите! Товарищ командующий. Что? Я боюсь, что уже ничего не поделать. Получена пленка с доказательствами того, что генерал Лосев был завербован немцами. Заходи, заходи. Что случилось? Случилось. Помнишь, мы с тобой гадали, кто может быть кротом в штабе фронта? Так точно. Так вот, поступила непроверенная информация, что предатель якобы генерал Лосев. Прошу прощения. Что значит непроверенная информация? Это как? А то и значит непроверенная. И тебе, капитан, придется ее проверить как следует. Мы тебя забросим в немецкий тыл рядом с городом Немеж, Западная Белоруссия. Угу. Задача – связаться с партизанским отрядом, из которого и поступило донесение, и выяснить все досконально. Когда пришла информация, откуда, кто передавал. Можно ли доверять источникам? Ясно? Так точно.
пароль для партизан. Говорят, в этом году ягоды много. Отзыв, может, и много, но не каждый найдет. Угу. Еще партизаны упомянули про какую-то микропленку с доказательствами. Найди ее, Волков. Найди. Хорошо. Когда могу набирать группу? Уже набрали. Не понял. Кого? Лицом к стене. Даю вам последний шанс. Вы совершаете чудовищную ошибку. Мы офицеры Красной Армии. Товсь! Цельсь! Не бойся. Блин! Семенов Павел Романович, если вдруг забыли. Это, я смотрю, рожа знакомая. Послушайте, Волков, прекратите эти истерики. Ведите себя подобающе. Слушай, ты осторожней сейчас. Я ведь здесь и ответить могу. Что-то останавливает? Цель, это и есть мой напарник. Волков. Выйдем на минуточку. Иди-ка покури. Алексей Михайлович, я вот с этим никуда. Это приказ Жора. И он не обсуждается. Семенов человек Абакумова. Хорошо, я-то здесь при чем? Да при том. Это моя личная к тебе просьба. Лосик мой старый боевой товарищ, мой друг. Понимаешь? Угу. Я его знаю. Не может Лосев быть предателем. Не может. А с Абакумовым у них давние контры. И Семенов будет искать любое подтверждение того, что он завербован. А этого быть не может. И в этом деле я могу доверять только тебе. Хорошо. После чего, как сообщил старший лейтенант Семенов, гражданин Волков, грубо нарушив обязанности дипломатического курьера, оставил ценности и пакет с совершенно секретной информацией в ненадежном месте. Это поставило под удар советскую агентурную сеть в высших эшелонах власти Германии. При попытке исправить ошибки гражданина Волкова погибли люди. Фашисты уничтожили целый партизанский отряд. Ну что, старший лейтенант Семенов сам это не предотвратил, а? Он же там был. По тяжести совершенных преступлений гражданин Волков заслуживает самого тяжелого наказания. Давай, не тяни, говори. Расстрелять бы тебя. Но майор Ермаков походатайствовал за тебя у товарища Абакумова. Поэтому отправишься в полковую разведку одного из фронтов, где и сможешь искупить свою вину кровью. Ну, спасибо тебе, старший лейтенант Семенов. Что, Павел Романович, хреново тебе? Вот погоди! Вернешься, а какой-нибудь твой сослуживец начнет тебе допрос с пристрастием устраивать. С какой целью заслан? На кого работаешь? Почему ровно не стоишь? Ты думаешь, я такие проверки ради собственного удовольствия устраиваю?
Война идет. Ты мне расскажи про войну, особист. Ну а как ты хотел? Протокол таков, инструкция. Понимать надо. Пока не уничтожу не только партизан и так называемое сопротивление, но и всех сочувствующих, коммунистов, комсомольцев, активистов и прочих собак. Рейх – это будущее. Рейх – это навсегда. Бороться с нами бесполезно. Вот к чему это приводит. Убийца! Вынул? Нет. Все, полюбовался. До лагеря партизан 5 км. Давай рацию понесу. Сам справлюсь. В Москву еще сообщить надо. Послал черт напарничка. Я вот никак в толк не возьму, Семенов. Почему тебя со мной послали? Опыта у тебя никакого. Особистый в тылу к немцам. Приземлился и то через жопу. Почему ты, Семенов? Не хуже других. На рации. Разберемся. Если я не выйду на связь, в Москве решат, что наша группа погибла. Согласно инструкции, я, чтобы ты не стал, обязан сообщить, что мы на месте, что приступили к выполнению. Ну, раз согласно инструкции. Слушай, я серьезно. Москва теперь далеко. Нам с тобой неизвестно, что предстоит. Я не первый раз за линии фронта. И в таких делах без доверия никак. Поэтому давай-ка без инструкции. Зачем тебя послали? С такими вопросами тебе бы самому в особисты. Это все лирика, Семенов. Почему ты? Не хуже других. Да погоди ты! Кто вам дал приказ напасть на партизанский отряд? Никто. Мы его просто случайно обнаружили. А ведь есть директива, чтобы уничтожать партизан. Запомните, Алис, Рейх – это дисциплина. Дисциплина не предполагает случайностей.
Ничто ни в этом городе, ни за его пределами не должно происходить без моего ведома. Это ясно? Да. Так точно. А это я обнаружил у одного из партизан. Похоже, нет больше лагеря. Тела где? Ни одного. Не видел откуда? Нет. По-моему, он там один. Поверху, да? Я попробую пойти. Я тебя... Партизан? Семенов, дуй сюда! Колесова вы точно убили. Сам видел. А Чернова, командира нашего, не знаю, может, и жив. Предали нас. Не могли полицаи знать. В городе сопротивление есть, наверняка из них кто-то. Наши не могли. А про генерала ничего не слышал? Какого генерала? Мне так-то никто ничего не говорил. У нас Колесов всеми делами занимался. Сопротивление, знаешь кого-нибудь? Девушка в отряд приходила, но я не знаком с ней. А вот Осипа в прошлом соседями были, знаю. Отвезти к нему можешь? Могу. Только, может, это он и сдал нас. Соображает. Угу. Вчера родился. В отряде вроде рация была. Ясное дело. А мы ничего не нашли. Уж какие детали остались? Тебя как зовут-то, боец? Петька. Васильев. Давай, Петька Васильев, веди нас к этому Осипу. А вдруг он? Вот и узнаем. Петька, погоди. И так быстро. Нормально все со мной. Сам понимаешь. Идти не по коридорам ходить. Вот чтобы ты заткнулся. А то что? Пойдем. Матин! Оружие собрать, мотоцикл с дороги убрать. Чего? Не учат этому вас в мобиле? Давай. Я все надеялся, он тебя струей заденет. Отделение смирно! Вольно, бойцы, отдыхайте. Здравия желаю, товарищ генерал. Вольно. Четыре часа такое. Как вы все это представляете?
Я сейчас с передовой. Люди устали ждать. И немцы тоже устали. Все теряют бдительность. И мы можем этим воспользоваться. Мы слишком слабы сейчас, чтобы идти на такой шаг. Смотрите. Пойдем отсюда. Здесь нас прикроют, поэтому должно получиться. Когда дойдем сюда, уходим влево и потом проводим атаку с фланга. Да это самоубийство. Ну что же, товарищ генерал-майор, я ваше мнение услышал, но это приказ. Вы что, не понимаете, что мы батальон угробим? Мы дивизию здесь положим. Нам же их даже артиллерии нельзя поддержать. У нас «Катюши» все уничтожены. Вы что хотите? Смерти людей? Я хочу победы. Это ясно? Любой ценой. Если я здесь должен умереть, я умру. Угу. Только умирать-то не вам. Вы туда не пойдете. Зато пойдете вы. Не понял. Вы меня услышали. Отправляйтесь вместе со всеми на передовую и обеспечьте успешное проведение операции. Выполняйте. Один живет. С женой и с дочкой. Семенов, здесь останешься. Если что, подашь сигнал. Кстати, мычать умеешь? А, так я и остался. Нас вдвоем на задание отправили. Вдвоем и в дом пойдем. Если хочешь, чтобы мы подохли вдвоем, то пошли. А если там враг, меня прикрывать кто будет? Петька. Господи, что у вас там стряслось-то? В дом зайди. За стол сели, все быстро. Если кто дернется, пристрелю. Краснов? Атаман Краснов? Он самый. Ну вот. А ты спрашиваешь, кто на партизан навел? Это в прошлом. Я после Краснова сюда бежал, женился. И я никого не сдавал. Мелчок, мы еще выясним. А пока есть у меня к тебе ряд вопросов. И отвечать советую искренне, потому что если соврешь ты, пострадают остальные. Мне скрывать нечего. Спрашивай. Сообщить никак не мог, клянусь. Но бывает, они ко мне за самогонкой ходят. Дам им бутылку, уйдут. Тогда спрячь нас. Можно в курятник. Только выход один. Через окно. Нет! 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 Я с собой возьму. Открывай. Осип! А ну открывай! Иду! Открывай!
Иду! Открывай! Иду! Отип! О, а я как чувствовал, что зайдете. Самогоночки вам приготовил. А мы не за ней? Так ее тоже забрать можем, раз уж приготовил, а? Так она моя не жалко. Угощайтесь на здоровье. А Варвара где? Варвара? Варвара стирает. На озеро пошла. Белья накопилось, вот она и пошла. А, так чем я вам могу? А нам петух твой нужен. Петух? Да, петух. Человек в Немеш приехал. Слышал, наверное. Вот вздумалось ему петушиные бои посмотреть. Только вы сами-то туда не лезьте. А то мор какой-то начался. Вчера уж двух несушек схоронил. Так, Алюхин, это безопасно. У самого раньше мать курей держала. Так что знаю. Давай-ка сюда. Вот он. Красавец. Все, Алис, можем идти. Радиодетали нужны. В городе был радиоузел. Только я не уверен, что вы там что-то сможете найти. Тем более там теперь сидят немцы. Это уже наша забота. На карте показать сможешь? Могу. Расскажи, кто там к вам приехал? Говорят, какая-то шишка важная. Кто, не знаю. Говорят, из Берлина. Кто-то из Абвера. То ли правая рука фон Кюхлера, то ли сам Кюхлер. И что ему здесь нужно? Я не знаю, но петухи — это для него. Хочет бои петушины устроить. А для него здесь все, что не потребует, все делают. Я видел, его по городу водили, так у него охраны. Будто сам Гитлер пожаловал. Ну, а есть какая-то возможность узнать, кто это на самом деле? Ну, есть один человек. Переводчик. Сушков его фамилия. Он там прямо в штабе при немцах и работает. А нашим передает информацию. Вот он мог бы узнать. Но только я его не знаю. А как же он тебе информацию передавал? Так при парикмахерской девушка есть одна, Олеся. Вот она у них и была связной. Господи, ты чего вырядилась-то? Так вы здесь не потому, что партизан убили? А это уже не твое дело. Сейчас нам нужна эта Олеся. Завтра утром могу отвезти вас в парикмахерскую. Да, кстати, доктор у вас тут есть местный? Не нужен мне доктор. Есть, ветеринарша одна Барбара. Я сказал, никто мне не нужен. Где радиоузел? Вот здесь. Добро. Мы еще вернемся. Интересно, все приближенные фон Кюхлера такие, как этот Эркерт? Никто не выбирает своих протеже так внимательно, как это делаете вы.
Вы совершенно правы, мой дорогой Конрад. Я не люблю дураков. И все же до окончательного решения на Волховском фронте нам придется терпеть его общество. Алис! Господин Эркер, у нас есть еще один сюрприз для вас. Позвольте. Что? Еще один петушиный бой? Нет, гораздо интересней. Давай его сюда. Ну что, есть кто-нибудь, желающий показать всю мощь Германии? Я хочу. Давай, мы поддержим тебя. Есть еще один немаловажный момент. Успех на Волховском фронте – это успех не только Кюхлера и нашей армии. То, что гораздо важнее, это наш личный с вами успех. Я делаю для этого все возможное, дорогой фон Бергер. Добавки не надо. Уходим. Ого. Ничего себе вам досталось. Главное дело сделали. А это все пустяки. Шрам украшает мужчину. Да, красавица? Давайте зашьем. Зашей. Спасибо. Сейчас. Ну и что дальше? Завтра к этой вашей Олесе пойдем. А сейчас всем спать. Кроме нас с тобой. Спать будем по очереди. Пересмена через 3 часа. Уверен? А то ведь нас послали сюда вдвоем, так может спать вдвоем будем, а? Семенов, ты первый дежуришь. Что это? Это приказ ставки не проводить контрнаступление. Если Лосев предатель, он сделает все, чтобы его проигнорировать. Там посмотрим. Не спать, не спать. Давайте, ребятки, приготовьтесь. Прошу вас, лучше вернуться в штаб. Здесь небезопасно. Готовность полчаса. Товарищ офицер, ну, товарищ генерал! Вам приказ из ставки! Никаких контратак не проводить. Держать позиции. Как вы? Я помогу встать. Грузите его в лазарет быстрее! Дальше-то как? Товарищ генерал, что в ставке говорят? Что? Не знаю. Не успел доложить. Давай, дуй его в лазарет. Узнай, когда Нарочного на ноги поднимет. Есть. Не стойте здесь, мы шальные летают! Я мигом! Осталось.
Всем приготовиться.